Ай! Анита, ты зачем меня по лицу бьешь? Да ладно тебе, я ж легонько. Твой хвост, наверное, 50 кг весит. Чё? Ты хочешь сказать, что я толстая? Ой, отстань! Ты лучше посмотри, какой у меня красивый хвостик. Любой будет завидовать. Фух, как тут жарко. Эй, никакого кондёра, а то я замерзну. Откройте! Быстро впустите меня в комнату! У меня важное дело! Блин, Синди, ненавижу эту мелкую сестру! Блин, что делать, если она увидит, что вы русалки, весь город об этом узнает! Вы чего притихли? А ну быстро откройте дверь! Блин, Анита, у тебя же суперсила есть! Точно! Сначала я высушу тебя! Супер! А теперь себя суши! Я нашла ключ и сейчас зайду в вашу комнату! Анита, быстрее! Я больше не могу держать! Сейчас! Не могу держать! Ага! Признавайтесь, кто съел мои конфеты? Никто не ел твои сладости! Вали давай! Я все знаю! Вы давно на них смотрели! А сейчас сожрали мои сладости! Синди, если ты не выйдешь, то я направлю на тебя силу! Что сделаешь? Синди, не слушай ее! Пойди на кухню и там поищи свои сладости! Меня достала уже эта малявка. Лезет постоянно. Капец, конечно. Она не должна знать, что мы русалки. Но как это скрывать от этого маленького чудовища? О, а может попроси маму сдать тебя в детский дом? Я уже пыталась. Как видишь, ничего не получилось. О, тут кукуруза, остатки от попкорна. Сделай, как ты умеешь. Окей. Девочки! Прячь попкорн от мелкой. Где конфеты? Я все равно их найду! Да ты достала уже! Что? Что с моей рукой? Почему она замерзла? Не знаю даже. Наверное, ты конфет переела. Здесь явно что-то не так. Что это такое? Взрывы, взрывы! Твоя сила подействовала, и мелкую выгнали. Супер! Какой же вкусный попкорн! Девочки, пойдемте кушать. Ой, а чем это так воняет? Да это просто Ева грязные носки надела. Фу, какой ужас, Ева, ты же девочка. Да кого ты слушаешь? Это мы вон попкорн с сыром приготовили. Хочешь, и тебя угостим. Ну вы даете, молодцы. Не то что Синди. Это точно. Я узнаю, что они скрывают. Синди, с тобой все хорошо? Ну да. А что это за прикид? Ты чего? Я буду шпионом. Кажется, это мое призвание. Иди уроки делай. Взяла мой плащ и выпендривается, тут умничает, ходит. А что у нас вкусненькое есть? А вот и вы! Может, признайтесь маме? Чего? Ты офигела? Пусть скажут тогда, что скрывают. Они постоянно закрываются в комнате. А у нас в доме то холодно, то жарко. И это все из-за них. Ну, держись.
ты соскреби с пола и дай Аните с Евой. Хватит! Теперь вы все будете мыть посуду и убирать кухню. Я не могу, у меня там это... дела. А я тоже не могу. Я еще не придумала, почему, но я не могу. Ага, опять мне за вами мыть? Ничего подобного, сами мойте. Ты офигела! Ева, валим! Видишь, мам, я же говорила, убежали почему-то. Сидя их водой облила! Держим что, мерзнуть? Я все равно узнаю, что они скрывают. Мы опять с хвостами. Это Синди уже достала. Лучше повезло с сестрой. Может, скажем ей уже, сколько можно скрывать, что я холодная русалка, а ты горячая? Столько, сколько нужно. Класс, прикольно. И так постоянно прячемся. А который час? Ого, нужно срочно сушиться, скоро Зак придет. А твой парень знает, что ты русалка? Только попробуй кому-то что-то сказать. Да нет, конечно, кто захочет встречаться с русалкой? О-о-о, держись, сестренка. О, ой, прости, переборщила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, горячо! Ой, блин, прости, я так соскучилась за тобой. Я чуть не обжегся. Что это такое вообще? Ты, наверное, на солнце перегрелся. Давай лучше посмотрим романтический фильм. Ладно, давай. Выбирай какой. Чего сидим грустим? Соскучились? Уйди, пожалуйста, пока я тебя нормально прошу. Ой, ну чего ты такая злая? Синди, блин! Аккуратней! Ой, подумаешь! Синди! Так, давайте включите свой фильм. Что-то тесно. Вообще-то мы тут вдвоем хотели посидеть. А я что, мешать чем-то буду? Сидите себе. Ой, что это? Мои волосы! А, мои волосы! Дым? А откуда здесь дым? Я без понятия. Надо срочно потушить волосы! Горю! Горю! Я принесу воды! Да зачем ей вода? Все будет нормально! Горю! Я эту малую прибью! Она мне свидание с Заком испортила! Опять пела свои детские песни? Хуже. Я силой от нее пыталась избавиться, но Зак потом ей еще помогать начал. А ты не боялась, что Зак увидит твои способности? Ну, я бы выкрутилась. Мне кажется, пора сказать ему всю правду, что ты русалка. Надо, только вот как? Смотри, ты такая к нему подходишь и говоришь. Малыш, я тут это, короче, русалка. И слышу. Хорошо, я попробую ему признаться. А только губами его не обожги, как тот росла, давай? Тихо, об этом никто не должен знать. Добрый день, готовы сделать свой заказ? Я бы выпила чего-то. У нас есть новый коктейль, называется «Русалка». Вау, это прям как мы. Я буду вот этот вот коктейль. Хорошо, а вам что? И мне тоже этот коктейль. Ожидайте. Думаешь, что говоришь? Нас так быстро рассекретят. Ага, коктейли, значит, пьют. Все ясно. Я вас все равно рассекречу. Мне нужна помощь. Пойду, Калис. Вы будете что-нибудь заказывать? Да не, у меня и денег как-то нету. Вот. Прошу, ваши коктейли «Русалка».
Прикольно. Надеюсь, он вкусный. Хотя он будет намного вкуснее, если я его превращу в мороженое. А давай. Готово. Ребята, а какая русалка вам нравится больше? Холодная или горячая? Пишите в комментариях. Ну-ка, попробуем, что тут за коктейль. Блин, только не это! В кафе русалок еще никто не видел. Мне нужно срочно высушить свой хвост. И поехали. И раз, и два, и три. Подруга, подруга, тут такое... Тихо, я тикток снимаю. Да у меня дела поважнее, чем твои два подписчика. У меня вообще-то уже их целых три. Бабушка твоя подписалась, да? Отстань! Короче, мои сестры что-то скрывают. И что? У нас дома творятся какие-то чудеса. А конкретнее? С моей головы пошел дым. Зеркала в ванной постоянно замерзают. А температура в комнате... превышает плюс 50 градусов. Ну так кондиционер проверьте. А еще я всегда по дому нахожу рыбью чешую. Представляешь? Ого, а это уже интересно. Ты поможешь мне? Ладно, куда я денусь? Пошли к тебе. Давай соберем все необходимые вещи. Вот и пистолет надо? Конечно. Веревки. Супер, их тоже возьмем. И молоток тоже возьмем, вдруг пригодится. Да. Ну что, у вас с Анитой все серьезно? Ну, конечно. А что? Да я не знаю, просто хотел к ее сестре Еве подкатить. Вот и думаю, как это сделать. Да просто будь собой и все. Мальчики, привет. Обожаю, когда ты меня целуешь. Привет, Ева. Ой. Девчонки, а может проведем этот вечер вчетвером? Давайте, я за. Закажем пиццу, Макдональдс, круто оттянемся. О, а может к Нейту на бассейн поедем? Он у него закрытый, и такая погода нам не помеха. Только не бассейн. Да, плохая идея, мы против. Ну ладно. О, что за сборище тупых друзей моих сестер? Иди куда шла, мелкая. Мы шли к вам, хотим разоблачить. Хотим дома в куклы поиграть. Да, Элис? Ну да. А вообще, Нейт и Зак, эти девки говорили, что вы дураки. И от вас постоянно воняет. И даже в кафе их сводить не можете. Чего? Да кого вы слушаете? Говорила, тут что-то странное происходит. Наверное, что-то в природе странное. Так и холодно! Проходите, девчонки, посидите пока у нас, потому что я вижу, ваша Синди успокоится еще не скоро. Эх, это точно. А куда Нейт делся? Он ведь за нами шел. Он сегодня утром съел колбасу испорченную. А, тогда ясно. Может, в приставку поиграем? Я бы хотела с тобой поговорить. Ну, давай, говори. Ева, не тупи. Все, хорошо. Ева, закрой дверь, не подслушивай. Ой, все, хорошо. Ну, так, Анита, что ты хотела сказать? А как ты относишься там к морю, к рыбам? Ну, рыбалку я люблю. Это уже хорошо. Просто я хотела тебе кое-что сказать. Фух, я ору. Ребята, там фильм про русалок вышел. Может, в кино сходим? Не, русалки это какая-то фигня. Мне кажется, они какие-то мерзкие. Мерзкие? Зак, ты дурак. Что это с ней? Не знаю, может, случилось что-то. Очень странно. Я его бросаю!
бросаю! Что такое? Зак сказал, что он ненавидит русалок! Ого, ты ему призналась? Нет, я не успела. Он не захотел идти в кино на русалок. Он сказал, что они мерзкие. Вот козел! Все, я его брошу и найду нормального себе парня. Да подожди ты! А вдруг, когда он увидит твой красивый хвост, то сразу полюбит русалок? Я совершила только одну глупость. Это тогда, когда я начала мутить с Заком. Я знаю, что делать. Это всегда помогало. Ты предлагаешь мне пройтись по раскаленным углям? Ну да, тебя это успокоит. Ну ладно. Правда, я совсем ничего не чувствую. Странно. Давай я попробую. Ну как тебе? Горячо, горячо! Горячо, горячо! Горячо, горячо! Не, ну ты, конечно, додумалась. У меня ведь горячая суперсила, а у тебя холодная. Ты видела? Они по углям ходят. Ну точно как... Как кто? Да не знаю я. Но нормальные люди так не делают. Они что, какие-то тренды снимают? Да не, они какие-то не такие. А давай в их комнате пороемся. Вдруг найдем что-то. Отлично, погнали. Ребята, а пока мы будем осматривать комнату моих сестер, подписывайтесь на наш ТикТок. Ссылочка в описании. Вау, крутая комната у твоих сестер. Надеюсь, скоро она станет моей. С чего начнем? Одеваем перчатки. Зачем? Ты что, детективов не смотрела? Неа. Мы же можем оставить следы своих пальцев, а в перчатках нас никто не спалит. Ну ладно, давай попробуем. Надеюсь, перчатки нам помогут. Тогда ты в шкафу смотри, а я в тумбочках. Окей. Вау, тут такие шмотки классные. Ты лучше доказательства какие-то ищи. Туфли на каблуках можно считать доказательством? Элис, не беси меня! У тебя там что? Офигеть! Не может быть! Что нашла? Показывай! Это моя статуэтка! Я ее так долго искала, а она оказывается тут! Давай потом со статуэткой разберемся. Ты права, нам нужно другое. Где мы еще можем посмотреть? А мы сейчас всю комнату перероем. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, that's why I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate. Девочки, вы что тут делаете? Это что за беспорядок? Миссис Кристи, а мы тут порядок наводим. Представляешь, наша Анита и Ева такой ужас в комнате устроили. Ну, я с ними поговорю. А вы молодцы. Я не хочу на шопинг. Не выдумывай, ты очень любишь новые шмотки, я это знаю. Сейчас мне ничего не надо. Я бы сидела у окна и плакала. Не выдумывай, я не позволю, чтобы моя сестра была в депрессии. Добрый день. Не очень он и добрый. Ну да ладно. А у нас сейчас в магазине действует скидка. Берете женскую вещь и мужскую можете брать с 50% скидкой. Ага, у меня походу нет парня, спасибо. А можно не так грубо разговаривать с продавцом? Отстань. Ой, давай уже платье выбирай. Ну такое, если честно, не вижу здесь ничего классного. А как тебе... О! А как тебе это? Вау, это же то платье, о котором я мечтала всю свою жизнь. Я же говорила. Ура, у меня
будет парня, но будет новое платье! Да! Ой, а что это? Анита, ты что наделала? Ты что так обрадовалась, что подошла платье? Откуда дым, девочки? Ева, Вали, Вали, Вали! Стойте! Ну что наделали? Охрана! Охрана! Ого! А что в нашей комнате произошло? Такое чувство, что здесь были воры. Даже после наших тусовок комната не была такой ужасной. Офигеть! Нужно срочно звать маму. Вдруг она что-то видела. Смотри! Резинка нашей Синди? Ну тогда все ясно. Эта мелкая всерьез за нас взялась и хочет что-то найти. Давай маме скажем, пусть она с ней разберется. Так мы еще больше привлечем внимание. Ну, тогда нужно убраться. Я за водой и шваброй. Так, я вещи уберу, а ты протри полы. Хорошо. Ну, Ева, спасибо! Прости, я не специально. Давай, тащи меня в душ. Я за сегодня столько раз уже падала с этим хвостом, что придется 10 раз мыться. Ну, тогда погнали. Только поаккуратней! Русалкой быть очень круто, но сложно. Попалась? Я знаю, ты что-то скрываешь. Да я просто хочу купаться, отвали! Ага, светлинка какая-то, открывай! Капец, эти мелкие не отстанут. Алло, Ева, спасай! Тут пришли Синди и Элис и ломятся ко мне в ванную. Мы сейчас выбьем эту дверь. У тебя есть 3 секунды, чтобы ее открыть. А теперь, мелочь, слушайте вы меня сюда. Мы ничего не делали. Мама, мамочка, помогите! Что такое? Кто кричал? Мама, да это не так балуются. Девочки, плохие у вас игры. Мама, ты иди, а я тут тоже с ними поиграю. Ну, хорошо, только аккуратно играйте. Ну, малявки, я вам сейчас устрою. Может, еще что-то добавить? О. О, отлично! Ева, ты что, куда-то собираешься? Мне Нейт звонил, сказал, что они вот-вот будут. Блин, я совсем забыла. Нужно срочно позвонить и сказать, что мы передумали. Ты чё? Как это передумали? Ну а что, я не хочу больше встречаться с Заком. Он дурак и не любит русалок. Сначала скажи ему, а потом уже посмотришь. Нет, не хочу. Я сейчас же напишу ему, чтобы он не приходил. Капец, получается, зря красилась. Блин, Зак выставил новую фотку в Инстаграм. Ну как же я теперь могу его бросить? Он такой классный. Ясно, ты уже не собираешься его бросать? Давай, вставай, мне нужно срочно волосы вытянуть. Тебе тоже? Нет, мои волосы ты утюжком не вытянешь. Мне нужно кое-что другое. Только это поможет мне сделать нормальную укладку. Синди, смотри, твоя сестра волосы в холодильник засунула. Опа, вот мы тебя и застукали.
И как ты объяснишь то, что твои волосы в холодильнике? Вкуснятина. А я просто бутерброд кушаю. Ты волосы туда засовывала. Не ври. Я просто хотела перекусить, а волосы случайно застряли. Это вы уже сами себе напридумывали. Ты поверила? Нет, конечно. Ну что, как я выгляжу? Как всегда, отлично. Супер, Зак будет от меня без ума. Так ты же полчаса назад хотела его бросить. И что? Я передумала. Потом ему скажу о том, что я русалка. На свадьбе? О, пришли. Привет. Приветик, мы вас ждали. Девочки, да вы выглядите офигенно. Спасибо. Ева, держи, это тебе. Спасибо, очень приятно. Ну что, идем к вам в комнату? Зак, а букет ты моей маме принес или сестренке? Ой, совсем забыл, это тебе. Спасибо. Горит! Пожар! Я сейчас огнетушитель принесу. Как это вообще могло произойти? Готово. Ой, правда, я походу немного перестаралась. Ева, ты вообще? Это пена с водой. И что? Я же должна была затушить пожар. Молодец! Чего она так нервничает? Ой, блин, мы это... Ой, блин, это меня брызги попалит! Это они так обрадовались нашему приходу? Прикольное у них гостеприимство. Ну, пойдем что ли умоемся? Ты точно уверена, что нам нужно туда лезть? Ну да. Ну просто полы здесь не очень чистые. Забей, мы должны узнать все про моих сестер. Зачем я вообще на это согласилась? Ай, аккуратно! Ты слишком широкая, подвинься. Ай, как же больно падать, спасибо, Ева. Прости, я забыла, что нам нельзя мочиться. Чудовище! Что происходит? Откуда у вас хвосты русалок? Вы были под кроватью, только не это! Да, это не настоящие хвосты, это костюм. Не врите, мы знали, что вы монстры. Быстро осуши нас! Нужно мальчиков срочно вывести из дома, пока эти две мелкие ничего мне не рассказали! Но ты ведь сама хотела им признаться! Блин, уже не хочу! А где девчонки? Не знаю, но ведут себя они очень странно. Мальчики, мы тут подумали и решили, что... Чего нам дома сидеть? Пойдемте лучше в парк погуляем! Ну, мы предлагали, а вы сказали, дома будем сидеть. Ну, а мы передумали. Девочки такие непостоянные. Хорошо, давайте тогда в парк. Надеюсь, там нормально проведем время. Стоять! Вы никуда не пойдете! Мальчики, сейчас вы узнаете правду. Какую правду? Нет, нет, только не это! Это конец! Да они монстры! Ужас! Что это такое? Я не хочу встречаться с чудовищем! Синди, как ты могла так поступить? А я говорила, что узнаю правду. Вот теперь все будут знать, кто вы. Миссис Кристи! Там, короче, ваши Синди и Ева! Мама! Мои сестры русалки! Ого! Я знала, что у них есть тайна. И я эту тайну раскрыла. И у меня есть доказательства.
их нужно побрызгать водой, и они превращаются в русалок, и у них вырастают большие хвосты. Синди, сядь, пожалуйста, мне нужно тебе кое-что сказать. Мам, давай их в психушку положим. Синди, я не хотела тебе говорить, но в 16 лет ты тоже станешь русалкой. Чего? Как это я стану русалкой? Ну так в семье у нас получилось. Мы не хотели тебе говорить заранее, чтобы ты не натворила проблем. Получается, ты тоже русалка? Отпустите! Теперь ты веришь? Офигеть! У меня семья русалок, а узнаю об этом только сейчас. У вас этот хвост! Это сумасшедший дом! С меня хватит! Это получается, я тоже буду русалкой! Ура! Эй! А кто теперь меня поднимет? Девочки, я хочу с вами поговорить. А мы нет. Да, ты постоянно пыталась что-то выяснить. Теперь ты довольна? Девочки, я не знала, что вообще происходит. А сейчас знаю. Тебе, получается, мама все рассказала? Да, и я знаю, что мы все вместе русалки. Ну, ты как бы не русалка еще. В будущем точно буду. А может, вы знаете, как можно ускорить этот процесс? Знаем. И сейчас мы тебе покажем. Ура! Вы самые лучшие сестры! Для того, чтобы стать русалкой, тебе нужно посидеть в бассейне со льдом. А это точно нужно сделать? Конечно! И тогда у тебя появится суперспособность. Смотри. И это мне надо туда залазить? Да. Жесть. Но для того, чтобы стать русалкой, я готова. Как же холодно! Нужно так просидеть минут 5. А когда у меня вырастет хвост? Когда тебе исполнится 16 лет. Ну, вы же сказали, что если я посижу в бассейне, это ускорит процесс. Синди, ты реально повелась на эту фигню? Вы меня развели, девочки. Но мы ведь должны были тебе как-то отомстить за все. Кто это может быть? Не знаю. Девчонки, мы к вам. Пришли издеваться, да? Зак, давай вали отсюда. Ну вы чего такие злые? Тебе сказать почему? Мы слышали, что вы говорили про русалок, поэтому между нами ничего быть не может. Но мы подумали и решили, что это не так уж и плохо, тем более ни у кого не было таких крутых девушек. Вообще-то мы с Нейтом не пара. Ну, в будущем. Ну так вы нас простите. Ну не знаю. О, подарочки. Это мне спасибо. Так, проходите на кухню, будем пить чай. Синди, ты опять за свое? Я вашу личную жизнь устраиваю. Потом еще спасибо скажете. Flex, dance to the rhythm and you do all.